подходим мы к концу. Доказательств, которые представляет сторона обвинения, это были телефонные переговоры. Ну, часть этих телефонных переговоров, где были разговоры Фирсова, генерального директора Greenlight, разговоры Колонкина, который занимал должность технического директора в компании Greenlight, Мандрыкин, начальник участка. И на этих разговорах речь шла о том, что, то есть понятно, что эти телефонные переговоры писались тайно, никто о них не знал, участники, имею в виду, этих разговоров. И на этих разговорах идет речь о том, что говорят о залегании мусора ниже проектных отметок. То есть компания Greenlight, которая убирала этот мусор, и дойдя до проектных отметок, которые были установлены и по которым они должны были убирать, выяснилось, что мусор лежит ниже проектных отметок. И еще в одном разговоре и Колонкин говорит убирать этот мусор дальше, то есть идти ниже проектных отметок и вычищать все. Еще один разговор был, где, к сожалению, сложно сказать с кем, но Михаил Вениаминович называет Виталия Евгеньевича, говорит, что речь идет о том, что кто-то разбрасывает мусор. То есть там, где участки были убраны, но кто-то разбрасывает этот мусор, и вот в итоге компания Greenlight приехали там с проверкой и обнаружили в середине разбросанный мусор, там еще где-то по краям, хотя до этого все было вычищено. Вообще, по делу хочу сказать, что хищение как такового, ни один свидетель, ни одного доказательства стороной обвинения по факту хищения именно денежных средств от этого проекта представлено не было. О чем речь? Все свидетели о чем говорят и о чем говорят документы. С нарушениями был сделан проект. Ну, я даже не знаю, как сказать, с нарушениями. Он был сделан неправильно. То есть огромные свалочные территории, да, где видно, где делалась дневная, как они называют ее геодезисты, и ночная съемка. Что это такое? Дневная съемка – это когда снимается мусор, измеряется залегание мусора сверху. То есть те, которые видно человеческому глазу. Но мы же не знаем, как под землей пролегает рельеф местности, рельеф земли. Где-то были ямки, где-то были там какие-то овраги большие. И это все, возможно, было засыпано мусором. И свидетели, допрошенные в зале судебного заседания, говорят о том, что делать отверстие и смотреть глубину залегания мусора нужно было с шириной шага 5-10 метров, а его делали с шириной 100 метров. То есть, представляете, пробурили отверстие, вот, например, в этом месте, и потом еще через 100 метров. А что на этом? И замерили. Здесь глубина метр, и вот там глубина метр. А вот как раз на этих 100 метрах, возможно, огромный овраг, где глубина залегания мусора там и 10, и 50 метров могла быть. Никто этого не исследовал. И когда в итоге, то есть вот с такими вот нарушениями был сделан проект, это во-первых. Во-вторых, проект был сделан в 2017 году, а приступили к уборке мусора лишь в конце 2018. И на протяжении всего этого времени, 2017-2018 года, люди продолжали вывозить мусор. И мусор лежал за проектами, за отметками, так скажем, которые были в проекте. Несмотря на это, компания Greenlight убирала и за этими проектными отметками, и шла вглубь, ниже. То есть, когда доходили до проектных отметок, вот свидетели показали в зале судебного заседания, что, дойдя до проектных отметок, они видели, что мусор идет дальше, глубже. И они вычищали его глубже, и даже находили там и каски, и мусор времен Великой Отечественной войны. То есть, это понятно, что мусора, который вывезла компания Greenlight, в разы больше, нежели предусмотрено контрактом. И говорить, что было какое-то хищение, ну, тут сложно говорить. Нарушение в проекте, да. Объемы мусора вывезенного, велись журналы, велись топографические съемки компании. Все это было просчитано. И весь мусор вывезен. Мало того, когда, то есть, после того, как мусор был убран и завозился слой плодородной земли, потом там какие-то шли дожди, возможно, какие-то частичные фрагменты мусора изредка, конечно, они будут появляться. И вот сейчас вы тоже сейчас в судебном заседании речь шла о том, что велась в рамках гарантийных обязательств ручная доработка. То есть помимо того, что компания Greenlight вычистила весь мусор, который там был, они еще после уже, так скажем, сроков по контракту выполняли в рамках гарантийных обязательств ручную доработку. И вот говорилось сейчас как раз на прослушивании телефонных переговоров, как Колонкин сам лично в этом участвовал, он говорит,
давайте закупать там и людей еще нужно для дочистки, для доработки. Это все делала компания за свой счет. Никто этого не оплатил.